помогает нашему пониманию. Понимаете, конечно, конечно, существует великая русская исполнительская традиция, которая была заложена еще Антоном Рубинштейном в XIX веке и Сергеем Рахманиновым уже в конце XIX и в начале XX века. Ну, если говорить о каких-то наиболее характерных чертах, ну, наверное, это масштаб, наверное, это масштаб исполнения, да? Наверное, это, ну, особое внимание к стилю композитора, каждого композитора, которого ты играешь. Ну, всегда называют тоже особую певучесть, особое вот это кантабиле, да, звуковое, которое тоже является важным атрибутом русской школы. «Грёзы любви» Листа, пьеса прежде всего лирическая. Ну, для меня это произведение, которое сопровождает меня всю жизнь. Я его играю, ну, образно говоря, всю жизнь, я его играю, наверное, уже почти 20 лет. Поэтому для меня это очень близкая и родная музыка. Ну, вы знаете, это как раз заключается в том, что нам не нужно много говорить словами о том, что мы хотим сделать в том или ином сочинении. Понимаете, об этом как раз сложно сейчас рассказать именно вербально, но общность заключается в том, что мы друг друга чувствуем.